Прапорщик Смирно. То, что кот Семен прапорщик, доказывают его погоны. Звание присвоили ради шутки, конечно, но кот к делу относится серьезно и каждый день выходит на развод караулов. Потому коллеги решили подарить ему форму. Думаем, ладно, сейчас пошутим, ему сошьем. Пошутили на свою голову. Пошли сначала одну, потом вторую, третью, четвертую, пятую, так почти 10. Кепку носит, кстати, нормально вот так, когда фотографируется. Форму оденешь, кепки думали не будет носить, нет. Нормально, еще думаем, как-то ему каску надо завести. В пожарную часть Семена принес один из сотрудников. Раньше кот жил в семье, но у ребенка началась аллергия, животным пришлось расстаться. Своим главным хозяином котик считает начальника караула Виталия Домрачева. Но ему сейчас не до разговоров. Спешит на пожар. Все, не вовремя. Ладно, все. А мы на что? Звука сирены кот не пугается. Привык. Тем более у него есть и свои дела. Он у нас неприхотливый, кушает все. Балуем его вот. После обеда можно снять форму и просто поваляться. Кто-нибудь да погладит. Кто его кормит, тех он и любит. Но относятся к нему все хорошо. Да, Сема? Семен общительный, где люди, там и он. Но большую часть дня ведет себя как истинный кот. Спит. Или на лежанке в диспетчерской. Или на кровати хозяина. Готов прилечь и в пожарной машине. Семен служит пожарным уже 4-й год, но звездой стал совсем недавно, когда про него узнали журналисты. Интерес к коту такой большой, что ему даже создали свою страницу в соцсети. Она так и называется «Семен кот пожарный». Вот, Семен, у нас с тобой даже уже есть общие друзья. Подпишусь тоже, буду следить за всеми новостями. Марина Осколкова, Клементий Горбунов. Время и мало.